Здравствуйте. ДТП произошло вечером 13 сентября около 23 часов ровно в Иркутске на Академическом мосту. По предварительным данным, ГИБДД заметили подозрительный автомобиль, водитель которого совершал опасные трюки на парковке возле торгового центра. При приближении дорожных инспекторов дрифтер попытался скрыться. Экипаж ГИБДД отправился за 24-летним дрифтером. Всю дорогу полицейские требовали, чтобы лихач остановился, однако тот лишь увеличивал скорость. Во время движения по Академическому мосту нарушитель не справился с управлением и врезался в уборочную технику. Стало известно, что около недели парень считался пропавшим без вести. В отделение МВД обратилась его мать. Днем 5 сентября она рассказала, что сын ушел из дома в поселке Марково и исчез. В результате аварии лихач скончался до приезда скорой помощи. Оказалось, что у него никогда не было водительских прав, а автомобиль не был зарегистрирован в ГИБДД. По предварительным данным, во время аварии он не был пристегнут ремнем безопасности. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.